Душ, персональные сейфы, USB-розетки и сенсорные смесители. Теперь все эти удобства доступны любителям путешествовать железнодорожным транспортом. В Красноярске остановился модернизированный поезд с новыми современными вагонами, которые приспособлены в том числе и для маломобильных пассажиров. Внутри есть кнопки вызова проводника, автоматические двери, держатели для костылей. Да и сами купе, по словам туристов, стали уютнее и гораздо удобнее. Разница с тем, что было, колоссальная, при том, что билет стоит столько же. Мне легче длинным людям вытягивать ноги, потому что проблема старых поездов – это узкие койки и постоянно ноги торчат в старых-то поездах. А так вот все прекрасно, то бишь более удобно все для людей, как говорится. Шикарно, просто шикарно. Здесь по-людски едешь, не как в старых вагонах. Вот все бы были такие. Здесь зашел, пожалуйста, свет есть, сиденье вон, пожалуйста, отдельное, все хорошо, намного уюта больше. Первый такой поезд запустили еще в октябре прошлого года на маршруте Москва-Белгород. Новый же идет почти через всю Россию, от Владивостока до Москвы. Пока что подобный состав единственный, но в планах у железнодорожников постепенно поставить на рельсы 3800 модернизированных вагонов, которые будут курсировать по всей стране. В Красноярске же поезд повышенной комфортности может появиться уже через 4 года.